Наш регион и Севастополь объединят усилия в сфере судостроения. Сегодня в рамках рабочего визита ярославской делегации на полуостров Крым состоялась встреча с руководством города воинской славы. Дмитрий Миронов и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников обсудили вопросы развития межрегионального сотрудничества, обмена опытом, осуществления совместных проектов. Основной акцент сделан на судостроении. Сейчас Ярославская область уже реализовала один из важнейших проектов по организации скоростных перевозок по Черному морю. Созданная рыбинскими судостроителями «Комета» курсирует между Севастополем и Ялтой. В финале встречи Дмитрий Миронов и Дмитрий Овсянников подписали соглашение о сотрудничестве между регионами в торгово-экономической, научно-технологической, культурной, социальной и иных сферах. Это, конечно, взаимодействие между нашими судостроительными предприятиями по организации достройки и испытаний в морских условиях, что и было подкреплено реализацией этого очень важного проекта. А это, вы знаете, что создание новых рабочих мест – это стабильная зарплата и, конечно же, уверенность в завтрашнем дне. Развитый, экономически развитый промышленный регион. И то, что я сегодня услышал, когда предприятия готовы открывать здесь представительство, реализовывать совместные проекты, предоставлять оборудование, сервис, поставку техники для городских нужд, это то, что заложено в нашем соглашении, и мы рассчитываем, что это принесет свои результаты.